сейчас будем смотреть «Леваль Фламенко». Это устраивает «Каса де Андалусия». «Каса де Андалусия», видите, за мной какая колоритная. Я думаю, что это прям вот гитана-гитана такая. Гитана на испанском — это цыганка. Андалусия, ну, андалусы, они там вообще все в основном цыгане. Итак, я вас приглашаю с собой посмотреть «Леваль Фламенко». У меня самое шикарное место я себе тут выбрала. Кстати, это, ну, в общем, это касса вот эта вот Андалусия устраивает. И донат. Здесь за донат 10 евро стоил билетик. И вот здесь будут они сейчас танцевать. Это небольшой зал. Небольшой такой зал. Но здесь чаще всего бывают травести-шоу. Я все сюда собиралась на травести-шоу сходить, но как-то все время не попадала. Но сегодня первый раз здесь. Посмотрим фламенко, а потом на травести сходим.